Летняя резина зимой часто становится причиной аварии, порой со смертельным исходом. Так, в результате ДТП в Буйнакском районе погиб ребенок и пострадали еще 5 человек. 41-летний житель Каспийска за рулем «Лады Калины» не справился с управлением и съехал на обочину встречного направления. Уже здесь он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Фотон». В результате аварии пассажир «Лада Калина», 9-летняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений, скончалась на месте происшествия. Водитель и 4 пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Среди пострадавших 3 несовершеннолетних, самому маленькому всего 2 года. По данному факту прокуратура организовала проверку. Резина зимняя, летняя, у вас какая резина? Резина была у меня, к сожалению, летняя. Летняя, но свежая резина была. Как я уже говорю, выезжал в село, было как бы погода сухая, ну, в горах было сухо, когда выезжал оттуда. Когда в село ехал, дожди были, в городе дожди были, но осадков минусовых не было. Как бы не думал, что столкнусь с таким, что попадется.